Здравствуйте, снова. Пришлось немножко прорваться, потому что было очень холодно и зашел в здание. Сегодня очень холодно и много снега было, я уже показывал видео ранее, и также я пошел в клинику на свой медицинский аппоинтмент, регулярный аппоинтмент с моим врачом. И надеюсь, что все будет окей. И чуть позже пойду обратно домой отдыхать. И, может быть, я что-нибудь еще сделаю до дома.